120 тысяч рублей составит грантовая поддержка бизнес-проекта Игоря Трефилова по оказанию услуг по токарно-фрезерной обработке металлов, а также производству соединений «Кламп». Молодой человек в этом году стал победителем второго этапа образовательной программы «Ты предприниматель». По словам участника, большим подспорьем в работе стал курс по маркетингу, бухгалтерии и налогам. Отработав лет, наверное, 10 наемным рабочим по профессии наладчика ЧПУ, я пришел к мнению, что пора бы уже начинать свою предпринимательскую деятельность. Все началось, конечно, с поиска заказов, покупки оборудования. И в итоге, как вы видите, сейчас у меня полноценный свой цех. Максиму Арапову благодаря участию в конкурсе удалось открыть совместно с супругой школу балета «Зазеркалье» для детей и взрослых. Полученные знания по программе плюс 200 тысяч собственных инвестиций, треть из которых потрачены на рекламу. И как итог, за 2 месяца работы в школе уже 26 воспитанников. Без опыта, без помощи наших наставников, бизнес-тренеров, я думаю, что у нас не было такого бы замечательного результата. У нас в планах в 2018 году уже расшириться по франшизе. Всего на конкурс молодыми предпринимателями было представлено 59 проектов. 5 стали победителями и получили гранты на 350 тысяч рублей. Федеральная программа «Ты предприниматель» реализуется в крае уже 5-й год Пермским фондом развития предпринимательства по заказу регионального Минпромторга. За это время грантами на сумму 5 миллионов 100 тысяч рублей поддержано 55 проектов участников. Более 700 из них открыли собственное дело.